Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Skyrim. Дополнение Dragonborn. Нынче у нас квест очищения камней. Камень солнца, зверя, земли, воды. Написано, что надо убивать люркера. Там будет появляться при очищении этих камней люркер. Или луркер, как там правильно? А, ты желательно это все делать до того, как он убьет кого-то из персонажей. Потому что, возможно, он убьет кого-то квестового. Как-то так, я думаю. Но поскольку квеста мы уже тут поквестили, то, может, не все и так плохо. В общем, идем к первому ближайшему камню и начинаем пытаться это все. Так, оружие у нас какое-то. Может взять... Я не знаю, этот лук, он и хотя бы никого... весь мир услышит. И тогда весь мир увидит. Что? И тогда весь мир вспомнит. Ну, я понял. Не станет больше мира. Здесь, в его святилище, то, что имя забыто. Ну где люркер-то? Ёшки-матрёшки. А ну харе всех убивать. Да, по-моему, он всех и убьет. Ой-ой-ой! Никакой пощады люркерам. А, ну как-то так. Так я не понял, он убил кого-то? Надеюсь, что нет. Ой, там еще есть! Так, кто это там такой уползающий? Живой? Кто тут главный? Живая? Если нужны припады. Тебя можно было убить, но это такое. Он тебе продаст. Так, вроде как этого мы камня-то очистили. Что произошло? Да тут ерунда какая-то. Отлично. Еще один лишний рок. Так, золото. Ожерелье кузнеца. Новое улучшение оружия и брони. Ну, это хорошо, конечно. Сапфиром. Две мерзкие стрела. Опять же она. Я что-то смотрю, так и... Ну, может, все-таки взять... Ну, меч. Да, в принципе, что такого-то? Так, значит, что мы... сохраним игру? Вроде все хорошо, и никого мы не потеряли. Следующий камень. Первый пошел. Ой, даже появилось теперь... Теперь-то появились маркеры, а до этого их не было. Давайте какой-нибудь дальний, вот, камень воды, например. Сейчас глянем, кто там появится. Ну, в смысле, какие там персонажи. Если там какие-то неведомые нам, ну, скажем, риклинги, так пусть их дамажит, передамажит. Не стоило сюда приходить. Опа. Культ члена. А, в смысле, член культа. То, что мы вспоминаем. Да, какой-то странный этот член культа. Так, кто такие? Хьелфлифляр какой-то. Что Лесль. Все какие-то с именами. Это немножко пугает. Конечно, мы его активировать не будем. Мы будем делать вот это. И тут же появится люркер. Здрасте. А мы готовы к вам. Вот тебе сразу в морду. Кого ты там пытаешься убить? Надеюсь, он один. Что-то как-то это, стрельба по нему не приносит радости и какого-то... Что случилось? Уровень поднялся. Невероятно. Это что, убили кого-то, получается? Сияние рассвета и... Да. Личный хмур. Привет! О, другое дело! Вот это сейчас что творится-то? Да что творится-то? Дракон?
говорится, не было печали. Все-таки не зря был включен лук. Ненавижу переключать оружие. Это вот бесит просто. Куда? Этот гадкий Мирак призывает нам тут драконов. Сейчас что-нибудь сделаем. Подождите, только вот стрелы кончаются. Ну, как-то так. Аметист, драконья кость, 3 штуки, между прочим. Я даже возьму и возьму. Кто такой? А, член культа, кстати. А почему в нем торчат наши стрелы? Это наши стрелы? А взять их нельзя? Так, живой, живой, живой. Ой, да, поглотить душу, конечно же. Ну, заценили драконорожденного? Во имя богов. Даже не знаю, что и сказать. А то. Вот и все? Не знаете, что? Да, идите. Прямо уже, куда вы там шли. Древних легенд. Давакин, да, это он, это, в смысле, наш персонаж. Давакин. Камень душ, кольцо запаса сил, двемерская стрела. Ну, и это тоже. И это тоже. Конечно же, это. Я знаю букву Э, а также И. Еще какую-то. Во имя богов. Так, ребята, а у вас квесты какие-то есть? Возможно, это ихняя вот лодка, и у них тут есть какой-то еще способ перемещения, ну, скажем, в Skyrim. Ну, может и нет. 2 из 4. Теперь следующее. Следующее это... Ну, давайте камень зверя, потом камень солнца, а там уже следующий квест будет. Камень зверя. Да. Переместимся туда. Кто там может быть? Опять же, там могут быть вот эти скалы, плюс, ну, там могут быть наши риклинги, которые из нашего племени. А это недопустимо. Вампиры-лорды. Какие вампиры? Нет вампиров. Мы их уже всех отчебучили. Кроме одной, которая ушла и, кстати, не вернулась. Кто тут есть-то? Вот я говорю, наши риклинги тут мучаются. Подождите, есть одна фишка, которую я забыл сделать, а это надо бы зарядить лук. А мы можем зарядить? Да, большой камень, пожалуйста. Ну, на полностью и заряжен. То же самое говорят, только не по-нашему. Ну, в смысле, там, он придет и... Короче, вот что я думаю по этому поводу. Так. Постреляем издали. В конце концов, это не запрещено. А вот как оно бывает. Сразу по морде этому люркеру. Как тебе луком Ауриэля? В глаз прямо. Хе-хе-хе-хе. И добить. Кто-то еще? То есть тут был только один луркер? Ну, я не против. Что скажете, ребята? Это наши. Только что-то... Ага, а не активно. В общем, пошли быстро в этот наш племенной зал, как он там, медоварню. И всем бесплатный мед. Свободны. Видите, ваш вождь освободил вас от камня. Нормально же? Ну, я старался. Так, следующее. Очистить камень солнца. Камень солнца. А куда потом вот сдавать квест? Наверное, надо пойти... А, у нас, кстати, уровень, так сказать, приподнялся. Приподнялся уровень. Эван, чё? Ну, сейчас разберемся с этими ребятами. Так, кто тут? Кто такие? Разбойник. Еще разбойник. Руки наши были пусты. И какой-то Улвис Ромран.
Раморан. Короче, вот этого, я еще думаю, можно было бы тут, чтобы не убили. А вот это все и такой трэш, что его не жалко. Их. Все какие-то разбойники. Ну и что тут? Вот вам. О, как! И он же ж напал вот, наверное, на единственного нормального квестового персонажа. Нет? О, в голову. По-моему, не попал в голову. Так, и что у него есть? Камень душ, золото, кольцо. Ну и наши стрелы. Надеюсь, все эти разбойники сейчас свалят, и мы их не будем трогать. Куда-то подальше от меня, или, ну, вы поняли. Я с ними разбираться особо не хочу. А что сказали по квесту-то? Куда его сдавать надо? Наверное, шаману? Очищение камней. На всякий случай сходим к шаману и спросим, чё мы все ли правильно сделали. Ну, по идее, 4 камня очищены, 5 вернее. Первый перед самим заданием, 4 мы по квесту выполнили, и один в храме Мирака, я так понимаю. Я уверена, Бальдор покинул нас по какой-то важной... Где наш шаман? Что-то случилось, фонарь. Шаман? Я приехал сюда для изучения истории Солстейна. Кто ты? Но больше всего меня занимает народ Скаала. Расспросить Диора об исчезновении Бальдора. Кто? Ты мне не веришь, фонарь. И на сердце у меня камень. Бальдор, скорее всего, в опасности. А ты палец о палец не ударишь. Если ты не хочешь помочь мне, попрошу все создателя послать кого-нибудь другого, кто захочет. Я вождь Скаалов. Но это все создатель, кто заботится о нас и присматривает. Нашли себе вождя. Ну, в принципе, ладно. Так, я что хотел найти-то? Шаман-то где? Я что-то не ориентируюсь в этой их деревне. Вот там вот на околице, на отшибе. Выше всех, как ни странно, стоит дом шамана. Выше всех же? Где еще должна быть хижина шамана? Хижина такая в этих... как они называются-то, господи? В кавычках. Значит, драконы вернулись. Но Скалы и не такое переживали. В эти нелегкие времена мы должны обратиться к Всесоздателю. Чуть я не понял. Пусть тебя... Нет, я понял. Я понял, что он не дает квестов никаких дальше. То есть сам по себе квест завершается, когда мы уничтожаем эти 4 камня. Ну, значит, так и будет. Тут нам какой-то пытается еще квест навязать, кроме того, что нам надо идти дальше по основной квестовой сюжетной линии. Мы посмотрим, что с ней можно сделать, с этим навязанным квестом. Кого-то надо расспросить, что-то куда-то пойти. Ну, по крайней мере, тут есть уже квестодающие персонажи. Деревенька стала чуток... Друг, я умею распознавать войн. У тебя сердце могучего медведя. Сердце могучего медведя. Рррр. Ну, типа того. А в общем... Ну что, камни очищены, посмотрим, какие тут квесты дают, но это уже будет в следующих эпизодах. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч!